Ремонт дороги Караганда-Темиртау, которую запланировали сделать 3 года назад, под угрозой срыва. Строительство важной для города магистрали завершат только к середине следующего года. Почему строительство одной из важных магистралей до сих пор не могут закончить, расскажем в следующем сюжете. Дорогу должны были сдать до 1 декабря, но подрядчики называют эти сроки нереальными. Изначально работы были запланированы на 3 года, но чиновники установили свои сроки. А подрядные организации называют эти сроки пока невозможными. Есть как бы именно технология, где каждый срок должен определенное время отстояться. Потому что быстро-быстро и в следующем году будет брак. Но это еще не все. Препятствием к своевременной сдаче объекта являются еще некоторые детали, говорят руководители проекта. Там плюс есть, который один отворот, мы называем его усик. До сих пор в землю не переданы ведения Кавказжола. То есть они до сих пор это земля лесхоза. Там есть своя тоже процедура передачи этих земель. Когда она завершится, я не знаю. Однако подрядчики обещают, что движение полностью откроют уже в этом году. Строительство начали еще в начале марта, 4 месяца назад. До холодов осталось столько же времени, но работа не выполнена даже наполовину. В Астане о расширении трассы говорили еще в 2014 году. Завершить ремонт планировали к 2017. Над строительством магистрали сейчас трудятся 3 компании. ТОО «СИСР», ТОО «Давлетдорстрой» и ТОО «Мотостроительный отряд номер 25» имени Рязанова. Сейчас движение от Караганды до Темиртау сильно затруднено. В день здесь проезжают 20 тысяч автомашин. Но по поводу ремонтных работ и чиновники, и лица компании конкретно сказать ничего не могут. При подготовке данного материала мы хотели связаться с руководством компании «КазАвтожол» по телефону. Но не смогли застать их на месте. Далее отправили официальный запрос. После получения всех достоверных данных мы расскажем о конечных сроках ремонта автодороги. Фариза Албаева, Никита Миткин, 1 Карагандинский.